неї постійно вдосконалюють схеми свого заробітку. Якщо раніше аферисти розводили любителів гострих відчуттів і дармових грошей за допомогою наперстків, підкинутих гаманців, фальшивих вуличних лотерейних розіграшів, то тепер вони крокують у ногу з часом та заробляють телефонними дзвінками. Ризик бути впійманими у них знизився, а прибутки зросли. Цинічні та підступні мисливці за легкою наживою продовжують тероризувати нас від імені наших родичів, поліцейських та працівників банків. А тепер у них ще одна фішка – податковий терор. Декілька тижнів тому миколаївському підприємцю зателефонували. Чоловік представився заступником начальника обласної податкової і повідомив, у Миколаїв їдуть ревізори. Отже, підприємцю терміново потрібно зв'язатись з головним податківцем Миколаївщини. Передзвонили так званого Роману Володимировичу. Значить, він сказав мені, що буде комісія, велика перевірка з Києва в складі налогової, в складі антикоррупционного, народного контроля и много разных организаций, все будут проверять, в том числе и мое предприятие. Не переживаю ли я, что у меня какие-то проблемы, что что-то не то, все ли у меня уплочено. Я сказал, все хорошо, с налогами все нормально, все уплочено, все идет как положено по графику, по закону. У меня никаких как бы переживаний по этому поводу не возникает. Спросил, что делать дальше. Говорю, ну раз у вас все хорошо, если вы действительно не переживаете, ждите, у вас еще неделя есть. Володимир одразу ж почав дзвонити знайомим. Виявилось, так би мовити, податківці телефонували не лише йому. Аби підприємця викреслили зі списку запланованих до перевірки, той має заплатити 15-20 тисяч гривень. Мовляв, делегація поважна і прийняти її потрібно як слід. Поузнавали всіх своїх знайомих, де тільки могли, що явно це люди-аферисти. Названивают предпринимателям, таким образом пытаются выбить деньги. У знакомых мы уже узнавали, значит, они узнают номера карточек, точнее, называют номера карточек, куда говорят перечислить деньги за якобы там какие-то нехорошее положение на предприятии этих предпринимателей. Звонков таких поступает очень много. По одной из информаций даже был звонок с Луганска, с тюрьмы. Сейчас на неподконтрольной территории, с тюрьмы человек звонил предпринимателю в Украину и занимались подобными действиями. У головному управлінні фіскальної служби Миколаївської області зазначають, того ж дня до них звернулось півтора десятка, мало сказати, здивованих підприємців, яким телефонували нібито керівники фіскальної служби. Є ж база підприємств, вона по суті общедоступна, да? Тобто є ж достаточно много справочников в интернет, в которые можно зайти посмотреть предприятие, такое-то, занимается тем-то, тем-то, директор, тот-то, адрес такой-то. То есть они там это готовятся изначально. И потом, когда, например, звонят по телефону как на руководителя этого предприятия от имени уже фискальной службы, человек сразу начинает, то есть как у них есть телефон, у них есть там адрес, у них есть название, не знаю, кто бухгалтер, кто директор, 100% налоговая звонит. Іноді псевдоподатківці для більшого впливу навіть наказували своїм жертвам після сплати відкупних відзвітувати. Секретар дзвонить, прийшов підприємець такий-то, там чек принес. Тобто, я кажу, в смислі? Ну ви ж позвонили, попросили там оплатити срочно там 6 тисяч на карточку і принести чек в прийомну. Навіть до чого дійшло, тобто мені навіть чек принес, як доказательство того, що він заплатив ці гроші. Для будь-якої перевірки, для того, щоб да, там, ми вийшли на якусь перевірку, там, на якогось підприємця, мы, естественно, заранее письменно это предприятие об этом уведомляем там, за 10 дней, потом к нему там, выходим на проверку. У нас могут быть только, скажем так, без предупреждения, это проверки кассовиков, кассовую дисциплину не проверяют, там, оборот акцизных товаров, то есть насколько там алкоголь продается правильно, учитывается, контролируется там. Сигареты и так далее. Но вот такие проверки, они могут быть без предупреждения там, предпринимателей. Но я еще раз повторяю, что никаких звонков, никаких просьб, никогда никто из
фискальная служба не делает. Иногда человек, который зарабатывает деньги, готов с ними легко расстаться, лишь бы его не трогали в разных социальных аспектах. Будь то какие-либо проверки, то есть я достаточно зарабатываю, я могу себе позволить, только вот не трогайте меня. Или же какие-то вопросы, связанные с родственниками, да, вот я готов заплатить, только вот разрулить эту ситуацию. Как правило, люди, уверовавшие в силу денег, они думают, что вот сейчас я заплачу и я решу этот вопрос. То есть желание расставаться с деньгами у них связано напрямую с тем, что они думают, что деньги способны решить вот практически все вопросы, любые. Да, действительно, в нашем обществе можно с помощью этого многое решить, но тем не менее мошенники как раз на этом и работают. Потому что всегда, в какой бы ни было ситуации, кто бы ни звонил, по какой причине, всегда нужно проверять первоисточник. У нас же, увы, сознание работает на то у многих, чтобы исправлять последствия. Не выяснить причину, а исправлять уже какие-то реальные последствия. В Головному управлінні Національної поліції Миколаївщини зазначають, в області з початку року правоохоронцями зафіксовано 855 випадків шахрайства. Але це не повна статистика ошуканих людей. Багато таких, що про злочин не заявляють. Бояться, що в очах інших виглядатимуть лохами. Якщо брати по структурі цього преступлення, по возрастаючій, ну, це може віднести види та зняття порчі, замена окон на металлопластик. Потом сын попал в ДТП, сын попал в милицию, там, налоговая, там, звонит вам с налоговой, представляются. Ну и, конечно же, в последнее время большой такой всплеск интернет-мошенничества. Правоохоронці зазначають, телефонні шахрайства розкрити важче. Адже вираховувати злочинців за телефоном чи номером банківської картки непросто. Номер чи телефон можна швидко змінити, а рахунок відкрити на фіктивну особу. Если как бы разделить структурно, некоторые преступления касаются то, что не совершается дистанционно. Это через интернет, либо через мобильный телефон. То есть преступник с вами общается, но он общается на дистанции, находясь в другой области, находясь даже в другой стране. До того ж, у більшості випадків телефонним шахрайством займаються ті, хто відбуває покарання у місцях позбавлення волі. Все, що потрібно – телефон з доступом до інтернету і декілька сім-карт. Працюють в основному групами з 2-4 осіб. Ну, можна добре заробляти. Просто йдеш, виходить, ще розходна частина на свободу. Все, как бы, деньги беруться там, а вже місця заключення по нужді, ну, що там потрібно там. Покупается, кому там, не знаю, наркотики, кому водка, то, что, кому еда просто, ну, вещи. Я не могу сказать определенную сумму, потому что там идет группа лиц. И каждое лицо за определенный этап отвечает за это, определенно получает свою часть денег. Вы же не можете в тюрьме, в банкомате снять эти деньги? Как она работает, эта схема? Не, ну, есть люди, которые добывают информацию. Есть люди, которые разрабатывают саму схему, как звонить, что рассказывать, какой голос. В принципе, те же люди, которые добывают информацию, они же забирают деньги, уже там все раскидывают, что как. Просто, ну, есть люди, которые освободились и продолжают этим заниматься. Телефонним шахрайством можна непогано жити у колонії і забезпечити собі статок на волі. Ті, хто в темі, розповідають, найлегша здобич – жінки. У меня есть один знакомый, который отбывал срок в местах не столь отдаленных. Он за месяц получал до 1000 долларов. Да. У него было очень много девушек, с которыми он общался. Ну, якобы им объяснял собой любви. Он им обещал, что он, когда он выйдет, он станет их мужем. Они счастливо заживут. Но он вышел, у него был iPhone 6 и часы за 300 долларов. И он очень долгое время ни в чем не нуждался. Ні в роботі, ні в каких-то соцобезпеченні. Він від государства на той момент не зависів. Йому не треба було становитися на якісь програми, там, допомоги. Ні. Він свободно знімав квартиру, він кушав. Він навіть некоторе час займався бізнесом. Із-за тих грошей, яких йому давали. Ну, потім наркотики, плохий образ життя, знову його привів в тюрму. Зараз він, кстати, знову сидить за мошенничество. Шахраї – непогані психологи, отже добре знають методи впливу на потенційну жертву. Момент неожиданності – це найперше. Друге, мабуть, сльози, жалость. Найпростіше. Ну і наглость, мабуть.
жалость, наглость и внезапность. Это вообще, я считаю, три основных моменты, наверное, у нас в стране. Але як злочинці дізнаються номери людей і особисту інформацію? Найпоширеніша база – соцмережа. Саме там і знаходять нас шахраї. Давай об'явлення, ми вставляємо свій адрес, ми вставляємо свій телефон, дані, кому обратитися. Цим пользуються преступники. Другі – просто соціальні сети, де ми викладаємо не тільки, куди ми їдемо, за що ми живемо. Мы хвастаемся перед соседями, мы хвастаемся перед одноклассниками. Мы все данные оставляем своих детей, наших друзей. Да? Мы выставляем фотографии с машинами. Все, максимум информации, что еще надо машине. Якщо вам подзвонили з номеру, який вам невідомий, і голос трубки просить вас про послугу, або спонукає терміново діяти чи приймати рішення, не впадайте в паніку і не поспішайте виконувати його прохання. Дзвонять вам, представляються, наприклад, сотрудниками поліції, я говорю, что ваш сын совершил какое-то преступление, нанес телесное повреждение. Спросите, какое отделение, откуда, представьтесь, просто намекните, что кого-то знаете. Спросите, а какие у него телесные повреждения, а откуда вы их знаете, а экспертиза проведена? То есть, поймите, человек, который минимально даже знает сами эти понятия, и он мошенника может вывести на оба счета. Постарайтесь обратить внимание на тембр, тон собеседника. Если он говорит приглушенным голосом, если он говорит быстро, стараясь как можно больше информации выдать вам, не выдавая никакой конкретики, то, скорее всего, работает мошенник. Второе. Он звонит вам по определенной причине, говоря про какие-то обстоятельства, которые должны случиться. Вам нужно как можно больше сведений у него с помощью дополнительных вопросов собрать. А что вы знаете? А как? А когда? Если кто-то представляется вашим родственником, как я говорила ранее, то постарайтесь выяснить какие-то моменты, которые знаете только вы и ваш близкий человек. Следующее. Постарайтесь, если это звонит кто-то вам по бизнесу, выяснить, как именно, когда именно, кто, от кого вы это узнали и так далее. Постарайтесь перевести беседу в свою пользу. То есть я склонен вам не доверять. Какие вы можете предоставить мне аргументы? Потому что люди, которые впадают в панику и которые играют на стороне мошенника, соответственно, сразу же расстаются со своими деньгами. Аби не стати жертвою шахраїв, будьте обачними, не довіряйте незнайомцям, і ви матимете усі шанси зберегти свої гроші, а зрештою і нерви. Якщо ви все ж таки стали жертвою шахраїв, обов'язково зверніться до правоохоронних органів із заявою про злочин. Вчіться відстоювати свої права, читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати «Я маю право».